Здравия, мои дорогие зрители и читатели! Сегодня я прочитаю для вас стихотворение, написанное 10 лет назад. Оно называется «Хочу принять тебя, как есть». Хочу принять тебя, как есть, в добре и зле, в любви и страсти, забыть про совесть и про честь, и сердце разорвать на части. Ни площадь красная влекла, ни строк страдающих распутства, а просто взмах в ночи крыла, полета светлое искусство. В тебе прекрасно божество, оно возникло словно птичий полет в мирское колдовство со сменой образов, обличий. Несет голубка благовест, а паучок письмо приносит, а ты неси свой взгляд, как крест, он в небеса строку возносит. Благодарю вас за внимание к моему творчеству. Хочу принять тебя, как есть.